1 апреля по всему Подмосковью начался месячник по уборке территорий после зимы. Одна из его задач – подготовка фонтанов к новому сезону. Всего на территории региона насчитывается 228 фонтанов. Их единый торжественный запуск состоится 24 апреля в день общеобластного субботника. К этому времени все работы по очистке и регулировке должны быть завершены. Тестовые испытания пройдут до 20 апреля.